Добрый день, уважаемые коллеги. На ближайшей лекции я, Плавник Родион Борисович, расскажу вам о том, как применять стандарт бухгалтерского учета государственной муниципальной казны. Мы с вами узнаем, что такое имущество казны и чем оно отличается от активов, включенных в имущество казны. Мы с вами поговорим, кто ведет учет активов имущества казны и как бюджетные автономные казенные учреждения отражают поступление активов, включенных в имущество казны. Смотрите на видеоконсультанта.